Всем привет, вы на канале Crypto Commons. И вау, Dash пампит как сумасшедший. И давайте разбираться, что же тут происходит. Ну, я не буду искать вам сейчас пруфы, что я уже не первую неделю топлю за лонг Dash. И все, кто подписан в телегу, все, кто взял этот трейд, я вас поздравляю, ребята. В общем, да, кто еще не подписан, подпишитесь в телегу и на канал, чтобы получать уведомления. Вы можете сами там прокрутить и найти. Да, мы взяли этот трейд, профиты баснословные. Вот такие вот профиты за один день. И поймали точное дно. И, конечно же, возникает у всех вопрос. Окей, что сейчас делать? И давайте я расскажу то, что я лично сделал. Это, конечно же, дисклеймер, не финансовый совет. Но посмотрите, локально на 30 минутках у нас уже все, как бы перекупленность сильная. То есть я лично продал здесь половину позиции. Даже чуть больше, чем половину позиции, то есть плечи скинул практически. Но если посмотреть на другой таймфрейм, на 4-часовик, то мы видим, что в принципе здесь еще, ну, такой пампик, да, но мы видели уже такие пампы, посмотрите ранее. И дальше что происходило? Да мы тупо откатывались назад, то есть это все были ложники. И пока рано впадать даже в экстаз, то есть здесь не видно уже, что такой прям сильный памп на объемах, как на 30 минутках. И дальше тренд был нисходящий. А если посмотреть на дневки, то вообще, смотрите, даже не видно, что здесь памп происходит. И мы-то ждем на самом деле вот чего-то такого, то есть это уже в район куда-то 2 миллиона сатоши, это еще 3 икса отсюда, если даже не 4. Вот, но пока этого тоже нету, и если посмотреть на недельки, то тут самая интересная история, потому что, вот, посмотрите, потому что здесь вообще памп-то в принципе еще даже не начинался. То есть, если смотреть с бычьей перспективы на Dash, то там еще лететь и лететь в космос ему. Но если посмотреть с медвежьей перспективы, то мы даже не пампим, посмотрите. Вообще красные свечи, хайка наши недельные. То есть если это ложник, то мы можем сейчас уйти еще ниже, и к этому нужно быть готовыми. Вот вернувшись на 4-часовик, но мы видим, что да, здесь хорошие объемы, и вроде как это не ложник. Но я на всякий случай сбросил, как я уже сказал, половину позиции, чего я вам рекомендую. Потому что вот, смотрите, чат у нас просто бомбит. Можете сами проверить и зайти и почитать. Реально уже топили за этот лонг Даша. И в целом дальше буду топить, потому что лонг продолжается. Как бы Даш фундаментально хорошая монета. И технически она может стоить и один эфир, и даже больше. Она, если вы посмотрите на историю, она ходила вместе с эфиром и стоила иногда даже больше, чем эфир. То есть сейчас недокупленность очень сильная, все еще раза в 3, в 4, там, в 5. Монет мало, потому что блокчейн хороший, легко пампить, комиссии дешевые. В общем, реально недооцененный активчик. Но при этом настораживает то, что другие монеты немножечко подзалипли. Сейчас мы на них посмотрим. А чат просто нереально у нас бомбит. Вот я тут отвечаю ребятам. И самый прикол, что у нас в чате сейчас идет airdrop Даша. То есть, если вы еще не в курсе, все, что вам нужно сделать, это подписаться к нам в телегу и активировать дашбота. Дашбот официальный, дашевский. Никакой не скам, все, вывод работает, все проверяют, довольные сидят, вообще писают от счастья, как щенята. И вот этот пост. В нашем чате работает бот, раздающий Dash за активное общение. Для участия просто активируйте My Dash Wallet Bot, вот он. То есть добавьте его как бы к себе в друзья и скажите ему старт. Там дальше в нем все команды, все понятно, вывод, завод, там тип, можно кидать airdrop и так далее. Но еще важно для того, чтобы он работал, чтобы у вас был юзернейм в Телеграме. То есть если у вас просто анонимный там а-ля по телефону или еще как-то, то не прокатит. У вас должна быть именно собачка там, бла-бла-бла. И вот по этому юзернейму он сам вам создает кошелек уникальный на блокчейне Dash и привязывает к нему и кидает монеты. Вот, монеты как бы не из воздуха берутся, мы их сами донатим за успешные трейды, как бы не грех и поделиться. И вы тоже также можете донатить, но можете просто собирать. То есть такой airdrop как бы чисто от Crypto Commons. Так что торопитесь, общайтесь, вот, и сами все зацените и увидите. Ну, давайте теперь дальше пойдем по следующим, так сказать, сигналам. Не люблю это слово очень, что ну, у нас никаких платных сигналов, ничего, у нас бесплатное комьюнити, бесплатный чат, вы все знаете. Только донейшн, если хотите. И лично я что сделал, как я уже сказал, я скинул половину позиции, очень доволен этому, рад. И я смотрю, другие монеты-то залипли на самом деле. А другие монеты, на которые я ставил, как вы, наверное, знаете, кто меня смотрит, уже многие видосы, это все те же старые добрые альты, недокупленные альты. То есть не дефайные вот эти новые все, которые уже улетели просто на Луну, все эти Wi-Fi, Uniswap, там Chainlink тот же самый, который дал там 20 иксов недавно. Вот их лучше сейчас в лонг не набирать. А реально набирать сейчас нужно в лонг Litecoin,
Манера, который уже попер, и TC-шку. И самое главное, посмотрите на Ravencoin. Вот мы открыли график Ravencoin. Просто не финансовый совет, как бы дисклеймер, но он сейчас выглядит реально, как выглядел Dash вот буквально сегодня утром и вчера. То есть, ну просто уже тройное дно. И потенциал хода вот у нас куда-то сюда, даже на 4-часовике, а это уже где-то 2 икса. Я сейчас все приблизительно, не судите строго, просто хочу быстро экстренный апдейт сделать. Поэтому цифры приблизительные. Но дальше потенциал хода-то у нас вообще куда-то вот сюда в целом. Поэтому вот, не финансовый совет, дисклеймер, но я только что закупил еще Ravencoin'ов на то плечо, которое скинул балласт Даша. И также закупаю, а также, сейчас мы поговорим еще, что я закупил. Но в целом, посмотрите, другие рынки-то все падают. И биток, и эфир стоят более-менее во флете. Ну там случился пробой, но очень небольшой в сравнении с Дашей. А Америка вообще вон вся красная, смотрите, вроде как в коррекцию пошла. И золото стоит во флете, и биток с эфиром, на самом деле, ну тоже, давайте быть по-честному, они стоят сейчас во флете. Но вариант пробоя очень сильный есть. Но еще раз, биток с эфиром, он уже очень хорошо набрал, начиная с мартовского коронадампа. А все эти монеты, за которые я топлю, Dash, Litecoin, да тот же даже Zcash ваш любимый, тот же Raven, они все на днище валялись, вот, и валяются до сих пор. Потом смотрите, доминация битка. Тоже вроде как рисует W, даже такой V-образный разворот. Соответственно, это сигнал на то, что альтсезон заканчивается. И если она попрет наверх, то DeFi-ный, скорее всего, хайп начнет идти вниз. И все перекупленные альты, включая даже Chainlink, возможно, как бы, мне так кажется. Но вот все недокупленные альты, я думаю, что в них как раз начнут сейчас переваливать в старые добрые альты. И напомню вам уж раз про Chainlink заговорил, что на бирже Dudex у нас есть дополнительные бонусы, который вы получите по ссылке из описания на депозит, вот они на экране. Но самый главный бонус это то, что у них торговля Chainlink с нулевыми комиссиями пожизненно. То есть реально вас не глючит, вы не ослышали, zero fees на Chainlink. Причем как maker, так и taker fee, то есть вообще нулевые комиссии. Соответственно, вот можете залить, попробовать, очень крутая биржа в этом плане. Никаких проскальзываний, ничего, все ровно. Риск менеджер удобный. Вот, скоро буду делать полный обзор на них, на эту функцию. Ну, пока кто не видел, можете посмотреть старый на канале. Сейчас, если не забуду, он появится сверху. И также напоминаю, что на Bybit у нас тоже спешл акция. Только до конца этого месяца, октября, если вы зареганы когда-либо по нашей ссылке на Bybit, то просто вводите промокод CryptoCommons в разделе наград, заливаете необходимые депозит требования, вот они все на экране, и получаете бонусы за 0.1 битка $60, за 0.2 битка $120, за 0.5 битка $300 бонус на счет. И Bybit это уникальная биржа, на которой вы можете торговать биткоином, эфиром, EOS'ом и Ripple'ом. Очень-очень удобно и круто. Я там предпочитаю торговать эфиром, но вот сейчас пока жду, смотрю, как он отреагирует, куда пойдет. Об этом в следующих видео. Ну давайте вернемся еще раз к нашим баранам, к Дашу и к альтам. Смотрите, картина локально вот какая. И вот, собственно, что по монетам вам могу в конце сказать, что... Ну, во-первых, Манера уже начал показывать, что будет с альтами сейчас к битку. Посмотрите, со старыми добрыми. Манера уже начал закругляться параболически и попер наверх. Но при этом на дневках мы видим, что он только-только начинает загибаться. И потенциал хода еще очень хороший, если на просадочки зайти туда. Вот, а также еще новость прошла, что по Стеллару, что USDC, стейблкоин USDC, запускает USD Coin на Стелларе. И он тоже отыграл на эту новость весьма по обычаю. Вот буквально вчера или позавчера было параболическое закругление на графике Стеллар к биткоину. Да, мы смотрим все альты с вами к биткоину, а не к доллару, потому что имеет смысл аккумулировать больше биткоинов на этом булране, извлекая выгоду из альтов. Я так считаю, и напишите в комментариях, как считаете вы, в чем вы держите балансы, в долларе или в биткоине. Я стараюсь держать в крипте и в биткоине. Вот, по Стеллару видите тоже, что было? Был нисходящий даунтренд, и вот он закруглился и пошел нормально так отрастать. Вроде как бычье поглощение здесь. И это, собственно, мне и дало сигнал на то, что Dash все уже тоже, вот он двойное дно нащупал. И вот подтверждаю свои слова, в телеге делаю рейн, раздачу 10 миллидашей на 20 человек, и бум. Вот эта команда рейн раскидывает всем по 0.5 миллидашам. Так что ждем вас у нас в телеге, там вообще жара сейчас полная. Надеюсь, что вы все-таки тоже лонговали и сейчас поступите разумно, заберете хотя бы часть профитов, но ни в коем случае не полностью выйдете, потому что, еще раз говорю, цели у Даша глобальные еще на несколько иксов наверх. И то же самое касается, ребята, Ravencoin'а
и что я там вам еще показывал, всех вот этих монет. Потому что глобально рынок сейчас реально находится в очень крутой фазе. После халвинга, stock to flow, скамится доллар, вы видели, что с новостями, я сейчас не буду это рассказывать. Почитайте, какие новости от МВФ вышли, Международный валютный фонд. Там капец, вообще скам доллара откровенный сейчас идет. И цифровизация. Так что лучшего инвайрмента для биткоина и крипты не придумаешь. В общем, все, вот такая вот история. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в телегу, изучайте контент, здесь много всего интересного. Перевожу аналитику, делаю свои обзоры, новые фишки бирж. В общем, добавляйтесь обязательно в телегу, собирайте бесплатный Dash, прислушивайтесь, если хотите, к моим сигналам. Но лучше всего прислушивайтесь к своей чуйке, потому что я не отвечаю за последствия, и только вы отвечаете за свои возможные профиты и лоси. Вот, обязательно пользуйтесь риск-менеджментом, обязательно ставьте стопы, тейки, ставьте лайки, пишите комменты, что вы сейчас делаете, шортите или лонгуете, и будет вам профит. С вами был Фалалак, Ака Гринни Джо, это канал Crypto Commons, подписки, лайки, стопы, тейки.